собрались чуть-чуть и раскидай, ребята. Сейчас все будет. Передай привет моей маме, она тебя любит. Это вот... Это тебе в комментах пишут. Чья мама? Как зовут человека, который это? Дима Завалов. Привет маме Диме Завалова. Ну, мамке привет. Боже мой, ребят, ну знаете, как это можно неправильно понять? Вот теперь вы понимаете, насколько провокационно вот просто передай моей мамке привет. Боже мой. Передай привет моей маме. Просто жгут, просто жгут. Что вы творите? Не ставьте больше лайков, что вы творите? Зида, хватит ныть и жаловаться, Екатерина. Катюша. Катюша? Здравствуй, Катя. А ты что делаешь на стриме по тундре? Ладно, Жонка придет сейчас там, накостыляет, и будет мне весело. Ладно, не буду больше ныть. Катя пришла, представляете? Чем хороши кумулятивы? Им пофиг на дистанцию. Они валят со всех сторон, с любого ракурса, и, соответственно, бронепробитие у них такое же. В этом преимущество, конечно, на большой дистанции кумулятивы тащат. Едем. Карта One Love, кстати, пишут ребятки. Стоп. Зимний камуфляж на пустынной карте. Я смог в маскировку. Ставьте пальцы вверх. Жесть. Я такой молодец. Короче, даже не посмотрел на камуфляж вообще. Да-да-да. Ты-ты-ты-ты-ты. Сейчас посмотрим. 103. У тебя есть кумулятивы? Конечно. А, ну тогда нормально. Вижу. Поле, русское поле. Успел он спуститься, чертик. Я тоже не спущусь, короче, буду его сейчас ловить снизу. Он понял уже, что здесь все очень непросто. Вряд ли он там полезет еще раз. Та-та-та-та-та. Надеюсь, я не солюсь как рачина и, соответственно, еще посражаюсь, поживу. Ой, хорошо. Наши М103 уже кого-то гнобят. Все четверки. Очень хорошо. Так, ты давай. Сверху, сверху поставляй. Есть. Борт убери, я тебе говорю. Так, все четверка отыграла. Ты мне говорил про борт? Да, я тебе говорил про борт. Страшно, страшно, там есть. Я не понимаю, почему я не попал. Это из какой-то. Нифига не идет куда надо, короче. Там совсем, короче, маленькое упреждение надо брать. Там сразу вот прям как... Казенку выбил. Пробил ему казенку. Ай, кто-то пальму повалил. Это я повалил пальму. Я пальмовал. Пальмовал. Новый титул. Новый титул пальмовал. Знаете, лесоруб, а теперь, благодаря этой карте, у нас появится новое, как бы, звание пальмовал. Сейчас я обойду их с фланга, короче, живи. Ты, главное, не слейся, Шарк. В смысле, я, главное, не слейся? Не, а чё? Все, добили Иса. Четко. Сейчас я попробую залезть хорошенько так. Фланговая. А вон справа, видишь, еще маркернули на карте вот тут вот чувачок стоит. А до меня это слева. У тебя левее, да. Вижу. Вижу, что-то там торчало, пулемет какой-то башенный. Надбашенный пулемет. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Уже крадусь. Затаившийся тигр. Не, крадущийся тигр, затаившийся дракон, короче, это про меня. Мастер маскировки. Зимний камуфля. Опа, и с третьей поиграл. Круто. Хорош. Стоит такой, даже не волнуется, смотрит куда-то. Вот. Чем ты бил? Конечно? Понимаю. Нет, кумулятив. Все кумулятивный. Все кумулятиво. Хэши, кстати, сейчас армию. Да ну нафиг, иди ты. Нет. Танканул. Так, водителя выгнал. Танканул, и теперь моя очередь. А кого ты там танканул?
и со третьего танканул. Мне, конечно, убили... Халявщик. Командира, я так понял, но ничего. Ой, ты 34-100, сука, блядь. На респе 34-100 стоит. Что, тебе сняли? Ну, кританули. Нормуль. Сейчас все будет, мужички. Держитесь. А все, ее убили. И 54-ка откуда-то. Ах, 54-ка с квадрата где-то. Вижу. F с лишним. Вижу двух засранцев. Вижу. Так, казеночку. А убили этот Т-34-100 или там что-то еще? Да, 34-ку убили, там 54-ка была. Да, уничтожена. Я ее выбил, казенка там сломана у нее. О, хорош. Сейчас я до все, сейчас. Чего? Успею перезарядиться. У нас респ крыся. Да ладно, не выбил казенку? Да ладно, серьезно что ли? У нас крыся 3 респы, это 10 и сидит Кетти. Так что тащите, пацаны. Да ну нафиг тебя, вообще не понимаю. Он выстрелил четко, давай. Боеукладка, ну конечно там, что тебе еще надо сделать, чтобы ты, блин, развалился? Ай, черт с тобой, блин. Я, короче, наваливал, не пробивал аккумулятивами, там, в ту казенку не мог выбить, еще что-то. У меня 3 аккумулятива осталось, блин, надо их больше брать. Ага, вижу. Сейчас поздороваюсь. О, его забрали. Ну, очков у меня просто дофигища. Я могу взять штурмовик и просто развалить всю оставшуюся команду. Ну, бери. Так зачем? Я живой еще? Я еще сражаюсь. Ну, вряд ли кто-то сейчас выйдет на этом респе. Да там они в городе в основном. Там Т-10 заслужки какие-то, блин, эти дебильные. Да, сейчас все будет, ребятки. А, где скилл Изида? А вот он, на дне марсианской впадины, Егор Брякунов, или Брякунов, я даже не знаю, вот марсианской впадины, вот так вот. Марианской? Ну он написал марсианской. А, марианской впадины, все правильно. А я почитал марсианской, еще думаю, что за марсианская впадина? Прокручиваю себя в голове. Марсианская впадина. Марсианская впадина. Да, новые словосочетания только от Изидыча, ребят. Новый словарный запас. Пополняем только здесь, на этом канале. Вот. Сейчас все будет. Что там такое далеко так? Угу. 3. Ой-ой-ой. Опа, что-то. Ого. Ого-го! Б-57 наш. Это кто там? Что сейчас упало вообще такое? Б-57. Обалдеть, да. Просто. Вон, смотрите, слева летит. Что-то. Да, истребитель у них. Осторожно. У нас Корсар, правда, еще в воздухе. Там истребители. Ой-ой, бомбы кто-то на нашего скинул. Смотрите. Бдрш. Да, это МиГ-17 был. О, у нас Сейбер есть в команде. А я вот не взял. Я Кобру зато поставил в слот. Я просто реально свистки там, реально надо было свистки поставить, типа, а чё? Людям бы показал, как они хотели бы свисток. Лол. Сбили. Сабля сбила. МиГ-17. Ну, почти затащили, хотя есть еще как бы шанс. Что это? И 185, по-моему. Да, 185. Все верно. Зимний камуфляж, ребят, рулит. Вот видите, сколько всего можно сделать, если у вас зимний камуфляж. Никто вас не видит. Реально, как стелс в пустыне, вы как рыба в воде, просто с зимним камуфляжем на М60. Все четко. Изида, пользуйся биноклем. Не столько раз это говорили, кстати. Столько раз, а я все не пользуюсь. Изида какой-то веселый. Мне кажется, он пьет не просто чай.
Вы что, издеваетесь, что ли? Я нормальный трезвенник. Я не употребляю. У меня просто хорошее настроение. Так, сейчас подвинемся. Кто-то мне подсказывает, что сейчас полетит бобер. Я вот и думаю, что... Ну, на самом деле, спорный момент. У нас в воздухе сейбр есть с корсаром. А попробуй-то что? Попробуй один раз скинуть бомбу, да и все. А, вон летит на 12. Да, Изидыч, найди, слышишь, Изидыч, на 11 большое. Да минус. И я минус. Я, короче, танк тут 54-ку просто увидел, в последний момент. Ну, я его забрал. 54-ку. Ай-яй-яй, зенитка еще работает. Да не, 54-ка, короче, тут. Вакханалик. Танкуем! Сегодня мы с тобой танкуем. Вот он, М60, сила М60. Видите, по мне работает. Поздравь мою жену Катю с днем рождения. И правда. Не ной и не матерись, это ей не нравится. Сейчас поздравим с днем рождения. О, Кирилл, большое спасибо за донат. И, конечно, Катя, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе самого всего лучшего, чтобы тебя муж Кирилл слушался и покупал тебе шубы, всякие драгоценности, хорошие машины и вообще тебя очень ценил и любил, потому что девушкам это особенно нужно. Они вообще очень... падки на слова, они очень запоминают негатив, и, соответственно, они, может быть, этого не показывают, они действительно весь негатив они запоминают и копят. И это, конечно же, на душу девушек приходится куда глубже, чем на мужские очерствелые, ну, скажем справа, так, справа сердца. Да-да-да. Поэтому, Кать, всего тебе самого лучшего, чтобы все у тебя было замечательно в жизни, и, как я уже сказал, чтобы Кирилл тебя радовал. И, наверное, здоровье, вот крепкого тебе здоровья. И всей твоей семье. Да. С праздником. Так, ну, справа сейчас его сниму. Вы точку захватили? Казенку выбил. Ребят, вы точку не хотите взять? Нет. Зачем? Нам нужны фраги. Только фраги. Только ты чё, фраги нужны? О, все с вами понятно. Там еще один. А мы вроде казенку выбили. Сейчас его правую щеку чпонь. И все. Выцелил четко щек, видите, 37 метров будет кумулятива. Если угла нет. Вот там. Так, я борт подставил, все четко. Ага. Сейбор. Подсвет стоит. Боже мой, я его не видел, кстати. Я думал, он отъехал. Я говорю, борт подставил, подставил. А дальше что будет? КТ ждет вас с респы на горочке. Да завалите вы его, он мне чпокает. По халку меня... может стрелять. Этот чертов. У тебя справа халк, сейчас я подсвечу. Смотри. Ты его уничтожил? Вот. Ты подставляешь это, хавк. Подставляйся под него. Да, я понял. Он снова мне поджег, блин. Все, мне хана. Но зато я сейчас поштурмлю. Он, видите, гад какой. Он поджигает меня и поджигает. Боже мой, извращенец чертов. Ладно, догорю, так горю. Добей меня! Добейте меня свои, ребята, чтобы я ему не достался. Добейте кто-нибудь, я не хочу ему доставаться. Добейте меня, мужики, пожалуйста. Добейте меня, нет! Не хочу доставаться врагу. Там еще-то 10 м дальше. Едет, хочу, чтобы меня свои добили. Добейте меня полностью. Назад, назад, хавк. Хавка попал. Спрашивает, сколько Изидычу лет? Ему 30. Ребят, чувак за 50 рублей попал на шубу и машину, пишет один из товарищей. Ребята, да. Ну все, сейчас буду аннигиляцией заниматься. Все, один вы справа, меня другой слева будет к тебе выезжать, хавк. Так за камни. Вот. Все, погнали. Угу. Сзади. Нет, не сзади, спереди. Спасибо за поздравление. О, изи, да, на лучшем самолете войны просто. Да. Понял, Кадзилыч? Угу. Чего мне нравится? Слышь? Не, я тебя наоборот поддержу. Не, это классный самолет Skyrider, это просто лучший штурмовик американцев. Кстати, конкурент, мои фраги, слышь, мои фраги, куш отсюда. Хавк там на Б-57. То есть я понимаю, что вы сразу там на камберы свои садитесь и так далее. Нифига ты не шаришь, Хавк. Вот он самолет истинный. У них зенитка работает. У них просто работает зенитка по Спитфайру. Сейчас мы ее снимем. Сейчас она доиграется. И come the money.
ты куда ли... Что это сейчас были? Просто! Кугри... Просто сейчас не по прицелу. Вот так вот полетела ракета, потом вот так вот полетели ракеты. В общем, ребят, Skyrim... Бред, конечно. Это... Нет, просто у меня экипаж там не топовый. Надо было прокачать все-таки экипаж, видите, а я днарь не прокачал. Надо было бомбу кидать, короче, и все. Вот как летят, вот, например, ракеты, смотрите. Как говно какое-то, американские ракеты. Во-первых, не прокачанный экипаж, плюс еще американские ракеты сейчас совсем уж не точные. Видели, да, как они летят вообще? Угу. Сейчас мы отомстим. Ну, я не знаю, как мы будем попадать. Тупо на бомбу придется полагаться с такой точностью, ребят. Просто, ну, я не знаю, короче. Иди, да, го в доту. Не знаю, может, и сыграю. Богомол, короче, сейчас зачитаю твой месседж. Мой первый донат за всю жизнь. Держи и купи жвачку. Спасибо, Богомол. Спасибо тебе за жвачку. Угу. Дима не впадел, просто совет, не продолжай. Что именно? Сейчас его просто закидаю шапкой. Сидим. Йо-пу! Какие непредсказуемые ракеты! То они ни хрена не попадают, то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Летел снаряд, снаряд. Сейчас. Суки. Я тебе... Ааа, бляха. Еще бомба там, куда-то упала нечаянно, кстати. Я его доклашматю. Я цену жизни, я его чпокну. Как он шикарно управляется на закрылках, ребята. Skyraider. Это имба, просто имбищик. Видели как? На бомбы! Он спокойно выруливает на закрылках с подъемной силой. Ну как этот самолет не любить, ребята? Где ты? Где ты, засранец? Где ты прячешься? Где ты? Ис-3 стоит на Б. Посмотри, где этого. Понял. Да, бомба. Надеюсь. Принято. Ис-3 на Б, засранец. Чё? Как ты посмел нашу точку взять? На! Все, просто ракетами. Чпонь кого. Ту-ту-ту. Все, ребят. А кого ты добил, который там стоит? Не добил. Я так, на отвали просто сделал. Сейчас почитаю, что ты ребят пишут. На самом деле мог я сбросить бомбу и уйти наверх, но я решил просто по-красивому чисто ракетами попробовать. Как видите, из третьей ракеты в борт берется нормально. Блин, а куда он делся? Так, лонгшот. Лонгшот, короче, мужики пишут. Да, это был очень лонгшот, согласен с вами. Да. Сейчас, секундочку. Зи, ты исправь, пожалуйста, вот этот... Вот это не от меня зависит. Исправь, какая-то страна не входит в список разрешенных. Ребят, это YouTube, политика самого YouTube. Если какая-то музыка играет, например, она запрещается в некоторых странах, где реально за ее правами следят. То есть это не от меня зависит, от Ютуба, это нельзя исправить. Это можно исправить, надо музыку удалить нахрен. Тогда да. Так. Кстати, я напомню, после этого... Что там, мы затащили, не? Нет. Вы серьезно? Мне бр... Боже мой, ребята. На земке нет. Эти же говорил, точку захватите. Нет, фраги. Все, я появляюсь, ребята, сейчас я приеду. У меня еще есть кое-что. У меня еще есть порох прохавницы. Я на М47 выехал. Они точку свою отжимают, да? Вылетело. Раз, два, три. Боже мой, ребята, мы можем слить? Не может быть. Что у них вылетело? А, летит, блин, быстро летит. Кто летит? Как летит? На Годзиллу. Реактив. Это Сейбр. А, Сейбр, у него бомба есть. На меня пошел? Да. Попадание дал. Говоришь. На тебя заходит. Попробую там хитро как-то там выехать. Их 15. У него бомба точно есть. Да.
Так. Сейчас, секундочку, ребятки. Боже, страшно так летаешь, что ты бы хоть сказал, что это я, Зидыч, не волнуйся. Расслабь булки. Уже напрягся, думаю, сейчас мне будут чпокать. Сейчас, секундочку. Точка, да? Они точку свою отжимают. А, вот, да, да, можно, в принципе, подловить, если у меня тут... На тебя хавка, да. Принял. Прям на точке стоит, да, зенитка? Да. Там, по-моему, и не одна, там кегля и еще зу. Попробуй это заныкаться. Попробуй заныкаться. Где этот МиГ-17? Разворачивается. Куда разворачивается? Пока на вертикали, не знаю. На меня? Я попробую зайти сзади. Так. Да, на тебя идет. Какое расстояние примерно? Километр. Меньше. Не вижу никого на точке, видимо. Меньше заходит. Они сместились. О-о-о, зараза. МиГ-17. Не лезь, я его сниму, потом будешь бомбить, понял? Да, сорвали крыло. Все, боже мой, я один остался. Не, что еще МС-3 есть. А какая там эта зенитка работает? Одного очка нет, там кугельблиц, и по-моему ЗСУ еще была. Ничего, лагает что ли? Как-то не странно, двигаться начали. Да, кугельблиц там есть. И у них есть танки вообще? Не лезь, пожалуйста, не сливайся, понял? Просто тяни время, я сейчас обойду с фланга. Времени полно. Просто не сливайся. У нас еще один танк появился, М103. Все очень хорошо. Да, он уже почти к Б подъезжает. Сейчас мы вместе поедем с одного направления. Он думает, что я с... Это... Он сейчас будет вжиматься, да? Он думает, что я сейчас с Бархан приеду. А я не с Бархан. Что там такое? М103 должен сейчас выкатиться прямо на землю. О, двигатель, да, я назад просто посмотрел чудом каким-то, ребят. Зенитка на точке от нас стреляет. Просто чудом, хотя не, да. Поеду прямо на точку. Не буду оттягивать. Боже мой, как она меня не увидела, мне просто так фартануло. Я решил назад посмотреть, просто, я не знаю, какое-то божье провидение, думаю, гляну-ка я назад. Я привык просто, когда про телочек говорю, жена осталось там. Осталось послушать, там, но он послушайте, туда-сюда. Алло, послушайте, ну? Ребят, осталось 2 минуты, у вас на 100 очей преимущество. 1 килл это 100 очей. Поэтому если у нас кто-то умрет, будет поровну очкам, поэтому умирать нельзя. Но я не умер, я так что 100 очков нафармил на противнике и сделал преимущественным, так что все четко. А это хорошо, да. Поэтому, Катилыч, ты не разбивайся, а Зидыч, ты не умирай. Ну я просто подъеду, Винкс, так вот глянуть, Винкс, посмотреть, просто посмотреть. Вот слева уже стоит кугля, за камешком. Сразу же за камешком слева кугля. Давай, МС-3. Все. Хорош. Все. Отлично. Все, 200 очей преимущества. Ну, у нас, видишь, мы синхронно с МС-3 ехали, так что все четко. МиГ на филде и КТ стоит дальше немножко. Все, ребят, время боя заканчивается, и мы затащили. Боже мой, настреляли, насовали. Я 2 Скайрейдера взял, просто, я не знаю, там, так на отвали, а первый вообще там прокосил, а вторым я хоть минус 2 сделал ракетами. А, не, ребят, уже стрим будем заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. Я смотрю много пальцев вверх, поэтому я, как и обещал, песня, которая вам сегодня понравилась, она проиграет в конце стрима, и плюс еще я ее опубликую, скажем так, в одном из постов ВКонтакте. Если вам интересно, в группу ВКонтакте заходите, подписывайтесь, смотрите, что там за песня будет. Ее название полное я скину, так что, если понравилось, ради бога, пользуйтесь. Вот, все для вас, все для вас. О, это уничтоженный танк. Это уничтоженный, да. Он все стоит, все ждет чего-то. Смотрит.
она все смотрит, все думает. А вот если бы я сюда не поехал, может быть, все бы повернулось иначе. Не вот дружок. Познает дзен. Да. Медитация. Я ему, короче, в правую щеку. Сейчас я даже покажу. Видите, тут все 2 секунд есть. Я его уничтожил попадание в правую щеку. Давайте смотреть, короче, где повреждение. После того, как я его уничтожил, повреждений не осталось, видите? Но я ему в правую щеку долбанул вот сюда вот. Это победа. ГГ. Ну и реально дырка попала после того, как его уничтожили. Видите? Красиво, правда? И он исчез, просто пропал. Испарился. Ох, ребятки. Ладно. Кстати, у нас... Я вот ждал, что во время стрима нас станет больше 91 тысячи. Да! За время стрима нас добавилось человек 70 подписчиков. Круто! Спасибо вам, ребятки! Надеюсь, вам было интересно посмотреть такой стрим.